«Заплати налоги и спи спокойно» – это крылатая фраза из рекламного ролика, актуальная по сей день. А вот каким образом и кому необходимо предоставлять налоговую декларацию, об этом лучше всего осведомлены компетентные сотрудники налоговых органов. Начиная с 1 января 2022 года, налоговые агенты, являющиеся источником выплаты доходов плательщику или на которых в силу налогового законодательства возлагаются обязанности по исчислению и удержанию у плательщиков сумм налогов, сборов и пошлин, обязаны не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом, представлять налоговые органы декларации по подоходному налогу с налогового агента. Таким образом, данная обязанность распространяется на все организации, включая коммерческие и бюджетные, филиалы организаций и индивидуальных предпринимателей. Декларацию по подоходному налогу с налогового агента за второй квартал 2022 года необходимо представить не позднее 20 июля 2022 года. Такую декларацию можно предоставить путем письменного направления или по установленным форматам в виде электронного документа в налоговый орган по месту постановки на учет плательщикам. Право предоставлять налоговые декларации на бумажном носителе в 2022 году сохранено за некоммерческими организациями, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Беларуси через постоянное представительство, индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. За дополнительной информацией можно обратиться в любой налоговый орган. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.